И всем привет, с вами я, Цитрус0974. И сегодня мы с вами продолжаем играть на лужайке ужасов в растении против зомби битва за Нейборвиль. Кажется, это уже, если я не ошибаюсь, будет не то 29-я, что ли, серия. Ну, не помню. Ну, ладно. В общем, мы продолжаем фармить наши лампочки. То есть, я не помню, записывал ли я, как в прошлый раз играл, но... Вот. Не помню я, какая серия, ну ладно. Вот, и, в общем, я мало нафармил, и как-то мне не везло. И сегодня мы поиграем, не знаю, в какой режим, но вот что-нибудь из этого. Ну, давайте... Что меньше всего лагает? Давайте посмотрим смешанные режимы. Самое интересное, как бы. Извините, что я не играю новый, но просто в них меньше всего опыта, как бы, получаешь. Так. Вроде игроки есть, я надеюсь, конечно. В общем, сейчас опять же за кого бросит, на того и будет обзор. Если за зомбей, то будет Зембо, которого я уже давно обещал. А если за растений, то там посмотрим, может кактус, может кукуруза. Так, 5 сек я проверю запись, как раз. Так, аудишн, спасибо. ОБС, спасибо, все хорошо, работает. Так, мы за зомбей, замечательно. И у нас Зембо. Что ж, давайте посмотрим внешний вид. У меня есть только вот это колесо. Шлем — большая ошибка. Вот сейчас вот у Андромалика и у многих вот есть костюм целый. Я не помню, как называется, ну неважно. Вот его дают с Делюкса, а Делюкс дают с подписки Origin Access Premium. А я ее, естественно, покупать не буду. И так, 2000 за эту игру — это было немало. Вот, ну, давайте тогда поставим улучшение к нашему этому шлему, скажем так. Ну, я шучу, конечно. Так, ну, вот пускай это. Вот это мне тоже нравится. Так, полоса неудач. Так, вот это тоже надо, это тоже полезно будет. Ух ты, это вообще полезно. И все, мне больше ничего не хватает, да? Ну ладно. Ладно, пускай будет так. Ну, поехали. У нас режим газонификация. Ой, батюшки, как лагает. У нас режим газонификация. Или же будем говорить на родном языке этой игры. Субурбинейшн. А, нет, 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 вру, гномья бомба. Бомба гнома. Так. Ё-моё, так. Так, мне сложно по нему прицелиться, поэтому сделаем прям так. Так, все, ну, баню приличия. А! Что это было? А, мина. Мина, точно. Да, картофельная мина. Кактус. Так, ладно, возрождаемся быстрее снова и попытаемся... Мы тут проигрываем, между прочим. Вот. Вот. В общем, тут самая читерная способность — это двойка. Так, я ревайвлю, да? Хорошо. Так, ну все, тут прибили стройки. Кстати, аптечков, да. Так, я... Ой, я попал в стройки, вот это да. А, кто? Кто? Горхострел, мне кажется, или кактус? Кактус. Может, меня кто-нибудь ревайвнет, а то я кого-то, кажется, ревайвнул. Да, вот, другого Зембо. Ну, ладно. Ладно, возражаемся сами, без ничьей помощи. Нам уже поставил третью, последнюю бомбу. То есть, которая прям совсем около нашей базы. Как гриб, как не сдох. Так, все, гриб сдох. Замечательно. Так, все, гриб сдох. Так, я прибил еще кого-то. И вот кактус еще. Так, нет, нет, не успел я даже начать обезвредить. Сейчас я от этой бомбы сдохну. Все, вот я сдох. И игра закончилась. Надеюсь, что следующий матч бросит сразу за зомбей. Потому что два разных персонажа будет не особо хорошо. Пора взглянуть на мою любимую могилу. А дальше я не успел прочитать. Ну ладно. Мы проиграли. Причем разгромном счете. Так. Ждем 15 секунд между матчами. Естественно, так как я присоединился не к началу, я ничего получить не мог. Вот, кстати, другой Зембо. Лучший истребитель аж был. Истребитель.
А, и он вот это вот за 5 штук эту эмоцию, ну, за 5 лампочек призовых приобрел. Так. О, и то 3 истребления. Ну, он крутой. Вот эта вот пушка, полет на ракете, очень здорово. Так, засчитать 10 истреблений, ну, потерпит. Так, кукурузы и операция, ничего не нужно. Так, давайте для... Нет, не успели. Но я хотел для Зэмба открыть квесты. Ладно. Надо было, кстати, сразу все открыть. Руины развалин. Вот теперь точно газонификация. И по закону подлости мы попадаем за растений. Но нам дают сменить сторону. Так, вот он наш Зэмбо. И поехали захватывать точки. Так, эта точка почему-то сразу захваченная. Побежали захватывать Б. То есть на центр побежали. Растения, ау. Так, я надеюсь, вы не слышите, как там мирно беседуют родители в соседней комнате. Ух ты, наш трое Зэмбу. Так, ну-ка, ну-ка, сразу юзаем пушечку. Так, все. Что уж мелочиться-то. Так, там цитрон, кажется, был. Так, подсолнух умер. Но был нас плыл гриб. Так, у меня сейчас откатится пушка. Так, вот вся цитронушка. Так, я чуть-чуть его не добил. Эх, какая жалость. Извините, что вот во время экшена я молчу, но просто... Ну, вы меня понимаете, сложно что-то говорить, придумывать еще кроме как что делать, еще и что говорить, так что извините. Так, но мы точку Б держим, что не может не радовать. Так, кактуса прибили с моей помощи. Так, кстати, там уже точка А. Не за горами. Услышал цитрона. Ой, здрасте. Попал кому-то. О, кого-то прибил. В этой пушке большой урон все-таки. Так, о, нет, мне показалось, это кукуруза. Ну ладно. Кто, где? Кактус. Так, ну-ка, сейчас я по нему попаду. Я всего на пятерочку попал. Ну, по цитрону попостреляем. Давай, спрячь щит, спрячь. Не попал. Так. Ну давай, давай. Не добил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не. А, не-не-не-не. Эх, я по нему все-таки выстрелил. Успел тройку. Эти попятные ракеты. Вот надо кьюшку еще использовать, ну то есть динамит. Он не всегда получается. Так. То есть Q это у нас бросает динамит. Кстати, с разбегу можно. А двоечка это у нас пушка. И третья способность это... Вот эта вот попятная ракета, которая летит за той целью, в которую вы постреляли. Так, я, кажется, видел гриба. Услышал, точнее. Так, ладно. Гриб всплыл. Так, 96 урона. Так. Так, за меня добили. Подсолнуха тоже без меня добили. Какая жалость. Так. Так, где? Где? А, кью. О, кукуруза. Кукуруза. А, сразу одна призовая лампочка. Что? Не понял, надо же 25 кукуруз убить. А, я опыт заработал, да. Поэтому у нас теперь еще одна призовая лампочка. Мы близимся, кстати, для Зэмбо вот этой вот эмоции. Где он без рук отжимается. Так, цитронушка, привет. Позвольте мне по вам пострелять. Вот им довольно сложно играть, потому что когда-то нужно тремя стрелять, когда-то... Так. Так, не попал, естественное дело. Ясен пень. Так. Так, цитронушка. Так,
Все, я его прибил. У него там два здоровья оставалось. А мы ревайвнем па. Вдвоем. Так, все, ревайвнули. Поехали дальше бить кактуса. Так, я сейчас. Так, ладно. Ой, батюшки. Так, я все пошло по счету. Так, все. А, динамит! Он нанес вообще урон или как? Ну не знаю. Вроде я никого не убил, ну ладно. Кстати, да, я вот только сейчас заметил, но в правом верхнем углу у нас статистика идет. Надо, кстати, будет посмотреть, когда я кого-нибудь прибью. Мы уже половину прибили. Это... И у нас. А, у нас Субербинейшн началось. То есть это все три точки. Так, ученого ревайвнуть не успели. Побежали дальше. Ох, жалко, что лагает, такая карта красивая. Так, где там кто? Кто и где сидит? Так, приветики. Тронушка, я тем стиль пришел. Так, я... Я ж по тебе попал. Так, ну где ты там? Укатился, блин. Так, вот тебе пушка опять. По пушке я по тебе. Ну всё, моя сбежал опять противник. Так, я, может, по кому-нибудь... Так, дракоша. Так, дракоша убежал, ладно. Ну, и я не люблю убить дракош, так. Ты где там? Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой! Не та кнопка, не та! Вместо Q нажалась Tab. Вот жалко. Ух ты, эксперт. После эксперта, кажется, только элита идет. Так, проверим по-быстрому запись. Так, все хорошо идет. Так, поехали дальше. Так, ух ты, прыг, скок. Сколько у меня, кстати, уже истреблений? 6, ну неплохо. Неплохой персонаж, даже я бы сказал, хороший. Так, ну, цитрончик, получай. Так, получай, Цитрон, я тебя отомщу. У тебя там... Так, у тебя там пол здоровья осталось, и все, ты сдох. Так. Так, ревайвнем тебя. Дорогой мой друг Зембу. Ой, я его ревайвнул уже, когда игра кончилась. Ну ладно, в принципе, обзор получился. Я его уже обещал, по сути, 2 недели. В этот раз мы победили. И наступила газонификация за 1 число. Все перестало. Ну да. Все, игра закончилась. С вами был я, Цитрус0974. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, в общем, всем счастья и всем пока. Сейчас закончится матч, Ну и все, вот окончательно всем пока, вот вы увидели. Мою статистику. Ну и все. Так, интересно, в чем завершилась запись? В ЭСе или... Так, я не туда, кажется, нажал, но тем не менее. Так, в аудишене запись идет. Так. Все, остановить.